Так, ну, прежде чем приступить к флоре, да, вернее, фауне, все время путаю, со школы еще. Давайте заметем хвосты, скажем так. То есть вот здесь сделаем, потом надо нам машину сделать, тент, и посмотреть, как сделать здесь огонь, а здесь написать парк. Здесь-то просто. Берем мышь. Вытягиваем вот сюда вытягиваем, так вот из этого вытаскиваем, уменьшаем, смотрим сверху, я думаю еще немножко. Что еще раз это увеличил, вот так сделал как-то и поднял. Теперь мы по центру, все нормально. Так, дальше у нас идет следующее. Мы должны перейти в edit mode, взять вот это ребро и начинать его двигать. По иксу. Так. Висишь, да? Я про дерево. А, про машинку. Сейчас перестанешь висеть, подожди. Так, дальше. Выделим вот эти. И подожмем ее G по иксу. Опа. Нет, я сказал вот тесте только выделить. Да? Теперь G по иксу. Здесь тоже. Здесь у нас оп, как всегда, да, и потянем ее сюда. Есть. Так, а здесь нам просто нужна труба. Просто нужна труба, такая вот труба, 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 трубенция. Цилиндр. Ну, во-первых, мы поиксуем сейчас. Я не по Y на 90 градусов повернем, это понятно. Дальше мы ее уменьшим количество этих. Вот так. И радиус уменьшим, естественно. Так, и длину увеличим. Примерно так. Так, и скажем, G подняли. Смотрим сбоку. Уменьшаем еще. Так вот, наверное, будет хорошо. По иксу. Не помню. Давайте посмотрим.
заканчивается? Заканчивается она вот тут. Как бы там какой-то маленький этот пород-то всего лишь. У меня большой. Давайте изменим это. Так. Допустим. Здесь теперь потянем туда, куда нам нужно. А нужно нам вот сюда, по X. Тут, так, и теперь объект мод вот это. Посмотрим, куда ее попустить. То есть последняя у нас где-то на уровне двери, я так понимаю, но чуть ниже. Где-то вот тут, мне кажется, она должна заканчиваться. Так. Так. S по X. Ну, а теперь в силу вступает Array. Я думаю. Ну, так, хорошо. Давайте посмотрим, что нам скажет Array. В этом случае объект модим, мы находимся, все правильно. Идем модифер array, говорим, что по y нам надо, нет, не по y, странно вообще-то расположено, ну ладно, 0, 0, ну, да, вот так, наверное, да, и посмотрим, сколько штук нам надо. 8. Так. Все хорошо. Теперь берем этот. Говорим, что пивот у него должен быть в курсоре в 3D. И говорим, что это mirror. Стало. Теперь это Gremlin Play. Говорим тоже, его будет пивот находиться в 3D курсоре. И здесь идет Mirror. Вот так. Что у нас по времени? 9 минут. Так, GPZ, допустим, куда нам нужно. Вот он встал. Так. Я что-то подумал, не хочу новую машину делать, я лучше модифицирую эту. Так, мы сделаем. А, не забыть вот эту дорожку здесь. Как же не забыть-то ее?
Как мне ее не забыть? Я примерно знаю. Давайте сделаем ее сначала, чтобы не забыть. Так, возьмем Ctrl-D. Нет, Shift-A. Возьмем такой вот кубик. Так, выдвинем его куда-нибудь сюда. Ниже по Y. Вот так. Сейчас с него начнем лепить. Так. Во-первых, уменьшим его по SPZ. Вот так. SPZ. Потом S по X. Так. Теперь смотрим сбоку. Смотрим, как на буржуазии. Поднимаем наверх. Вот сюда. И уменьшаем тоже так. Раз, 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 раз. Далее, я думаю, мы должны с вами поступить следующим образом. Пойти в Edit Mode и здесь сделать Ctrl-R-чики. Два штуки. Так. Здесь еще парочку контролерчиков. Я такой, чтобы чуть раздвинул ее. Хотя нет. Выделяем теперь вот эту штуку. О. И начинаем это дело двигать внутрь. Вот так. А это ребро. Вот это ребро. И вот это ребро. Мы должны с вами сдвинуть вместе. Yes. По оси, наверное, это X. И уменьшаем еще. Не-не-не, тут все нормально. Вот так. Теперь всю эту модель, объект, я уменьшаю. Перемещаем сюда к машине, чтобы было видно G по Y. Этот какой у нас должен быть? Я думаю, что пошире чуть-чуть, побольше, чтобы она как бы по этому рельсу тащила машину, да? Вниз. А, ну интересное кино. Так. Сейчас я выберу. Секундочку. Тут у нас какая-то бяка произошла. Вот здесь. Вот здесь. С.
столько времени зазря потрачено. Сейчас сделаем по-другому. Скажем, flattened, и все. Вот так раз. И вот здесь тоже. Вот так. Теперь идем в объект мод. Опускаем чуть-чуть. На месте стоит, нет? Не знаю, не видно. Вот теперь на месте. И возьмем вот эту часть. Да елки. Чем учить? Вот просто взять это, выделить все. И сказать, что мы это увеличиваем. S по оси Y. И вперед. Сверху глянем. Подвигаем G по Y. Вот так. И здесь. S тоже по Y уменьшаем. Готово. Хорошо. А сейчас следующим займемся. Стоп.